Нормально. Да. Теперь именно так начинается утро во всех мытищинских школах. Мониторинг температуры тела уже стал привычной процедурой, как и более тщательная обработка рук. А в новом корпусе гимназии номер 16 к тому же помогает бороться с распространением коронавируса особый вид планировки здания. Здесь ученики начальной школы и средних классов практически не пересекаются. У них разные гардеробные и отдельные входы в столовую. Начальная школа входит с той стороны, старшая с этой. И туда началка уходит к себе на занятия, а старшие идти сюда. Именно с экскурсии начали свое совещание мытищинские депутаты совместно с вице-спикером Московской областной думы Никитой Чаплиным. В рамках визита посетили и пищеблок. Он рассчитан на 400 мест. Но в связи с пандемией это число сократили до 200. Я побывал в 16-й гимназии, в ее новой пристройке, которую мы совсем недавно, 1 сентября, открывали вместе с главой нашего города Виктором Сергеевичем Азаровым. Посмотрели, как питание детям 1, 2, 3, 4 класса обеспечивается. Посмотрели все-таки вот за эти полтора месяца, что изменилось, какие трудности есть у коллектива. Все в порядке, люди довольны. Главное, ребята довольны. Рабочая встреча проходила вечером уже после занятий и проведенной уборки. В воздухе ощущается стойкий запах дезинфицирующих средств. Мы увидели соблюдение всех санитарных требований и обеспечение безопасности. То есть мы сегодня видели, как ее дезинфицируют, как ее промывают, как кварцуют помещение. То есть завтра утром дети придут в совершенно чистую, продезинфицированную школу. И так начинается каждый учебный день в каждой школе городского округа Мытищи. В ходе визита депутаты посетили спортивный блок и учебные классы. Особенно впечатлил гостей кабинет труда, оборудованный всем необходимым для изучения новых техник рукоделия и развития творчества. Особое внимание депутатов привлек кадровый вопрос, который в этом учебном заведении был решен еще до ввода здания в эксплуатацию. Очень приятно, что вместе с открытием новой школы мы не испытали недостаток и нехватку педагогических кадров. Отдельное спасибо управлению образования, лично начальнику управления Наталье Михайловне Гречаной. Этот вопрос был под ее личным контролем. Поэтому здесь совместно с родительским комитетом, я думаю, что эта школа войдет не только в лучшую школу городского округа Мытищи, но и в топ лучших школ Российской Федерации. С введением нового корпуса 16-й гимназии удалось избежать второй смены в здании на улице Белобородова. В этом учебном году количество учащихся достигло более 2500 человек. Сейчас почти 800 детей уже у нас в этом здании. Там у нас осталось 1760 детей. Но мы уже не переводим тех детей, которые там, мы же понимаем, да, это только по желанию родителей можно. Эта школа рассчитана на 1100, поэтому спокойно удовлетворяем нужды микрорайона этого. И на сегодняшний день у нас уже такой острой проблемы в этом микрорайоне нет. Напомню, открытие второго корпуса гимназии номер 16 состоялось 1 сентября этого года. Учебное заведение удалось возвести в кратчайшие сроки. Всего в гимназии 10 первых классов, в них учатся 330 первоклассников. Анна Мусаликина, Константин Химичев, Первый Мытищинский. Вот это подходит.